К сожалению, мы несовершенны, и в нашей жизни бывают стрессовые ситуации. А у многих, проанализировав практически каждый день. Так вот, друзья, самое главное, чтобы у нас внутри не было никаких обид, болей, страданий внутри. Особенно, когда произошла, может быть, какая-то ссора, может быть, ну, какой-то вы испытали такой сильный стресс, даже потеря близкого. Ваша задача уединиться, может быть, зайти в комнату, там, в ванну, в спальню, чтобы вам никто не мешал, сделать такой глубокий вдох, носом, ртом выдох, взять пальчиками и простучать по груди и сказать, даже если, например, случилось горе, да, даже если у меня случилось горе, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Даже если у меня в жизни что-то пошло не так, как я хочу, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя такой, какая я есть. С кем-то вы поссорились, неважно, даже если я поссорилась там, да, и вот он меня прямо аж вот бесит, раздражает, вот бывает такое, да, когда вот так прямо вы говорите, оказывается, это очень плохо. Вы сделали глубокий вдох, сказали, даже если он меня раздражает, я глубоко и полностью люблю и принимаю себя такой, какая я есть. Это, ребят, очень сильная техника американская. Когда я была в Лас-Вегасе, я училась у долларов миллионеров, и они учили, называется «спустить пар», чтобы в вашем храме, ваш храм – это ваше тело, чтобы душе было комфортно, чтобы не было никаких сжатий. Поэтому всегда говорите «я глубоко и полностью люблю и принимаю себя такой, какая я есть». Друзья, будьте всегда в гармоничном состоянии, контролируйте свое состояние, это очень важно, это очень ценно, потому что как только человек начинает нервничать, цепляются всякие болячки, а лечить болячки или когда человек заболеет, если вы сейчас, например, с кем-то поссорились там или мужчина ушел от вас, да, то поверьте, что если вы будете в расстроенном состоянии плакать, рыдать, вы просто будете разваливать свой храм. Сейчас не то время, чтобы находиться в депрессии, ребят. Сейчас состояние должно быть благодарности. Говорите, делайте эту практику и говорите всегда «благодарю, благодарю, благодарю». Пусть в вашей жизни будет больше ярких солнечных дней. Вы сами творцы своей жизни, и вы сами можете прорабатывать свое состояние. Если вам понравилась эта практика, напишите, пожалуйста, комментарий и используйте ее. Она действительно мне очень-очень помогает, ведь в жизни бывают трудные минуты, и эта практика всегда со мной. Я глубоко и полностью люблю и принимаю себя такой, какая я есть.